Премьер-министром Украины все-таки станет Владимир Гройсман. После затянувшихся переговоров о составе кабинета министров, действующий спикер Верховной Рады согласился на предложение президента. Заявив о готовности занять пост главы правительства, Гройсман попросил граждан страны о поддержке. Свое обращение пока еще председатель парламента опубликовал в социальной сети Facebook. Это правительство, если оно сформируется, не будет подвержено коррупции. Это принципиальный вопрос, на котором я делаю четкий акцент. Я считаю, когда у страны сложные вызовы, когда людям живется крайне тяжело, когда они не могут купить лекарства или обеспечить себя всем необходимым, то заниматься коррупцией, контрабандой, отмыванием денег — это большое преступление. 10 апреля о своем решении покинуть пост премьер-министра Украины сообщил Арсений Яценюк. Кандидатуру Владимира Гройсмана в качестве преемника Яценюка предложил блок Петра Порошенко. Однако в течение вчерашнего дня решение об освобождении действующего главы Кабмина с должности депутаты принять не смогли. Гройсман вел переговоры с президентом и его партией относительно нового состава правительства. И вот сегодня обладателей портфелей определили. Голосование в Раде пройдет уже завтра.